приветствую вас в очередном видеокейсе. Надеюсь, он будет полезен, и вы сможете спроецировать всю очередность действий на свой бизнес. В любом случае, я всегда готов вам в этом помочь. Итак, к нам обратилась компания по продаже экопродукции и БАДов. На момент обращения сайт был сильно устаревший, почти не приносил заявки. Конверсия сайта составляла 2,4%, стоимость заявки 800 рублей, а общее количество заявок в месяц – 30. Забегая вперед, скажу, что на данный момент стоимость заявки 130 рублей, что почти в 6 раз дешевле, общее количество заявок в месяц более 400 и конверсия сайта 4,4%. Теперь по порядку, что я со своей командой для этого сделал. Первое – редизайн. Мы нарисовали совершенно новый дизайн, доработали сайт с точки зрения юзабилити, адаптировали сайт под мобильное устройство. Вы можете видеть, каким он был ранее и каким стал после редизайна. Разница очевидна. Между ними пропасть. Второе. Профессиональная фотосессия. Мы провели профессиональную фотосессию товаров. Просто посмотрите, насколько сочно и красочно выглядят новые фото. Да, кстати, мы защитили их водяными знаками, поэтому конкурентам о них остается только мечтать. Третье. Клиенты по всей России. Мы сильно заморочились с кодом и настроили определение города по IP и интегрировали Яндекс.Доставку. Отныне неважно, из какого города человек заходит на сайт, он всегда будет уверен, что магазин находится в его городе, а сумма доставки не будет превышать 400 рублей. Естественно, заказов из регионов стало гораздо больше, что, согласитесь, очень круто. Четвертое. Работа с клиентской базой. Конечно же, мы интегрировали CRM-систему и настроили работу с клиентской базой путем выстраивания email и SMS-рассылки. Совокупность вышеперечисленных действий привела к росту конверсии на 70%. Пятое. SEO. Чуть больше года мне потребовалось, чтобы увеличить посещаемость сайта по SEO в 6 раз. И да, я не оговорился. Я полностью сменил структуру сайта, навигацию, переписал метатеги абсолютно для всех страниц, создал сотни новых категорий, развил блог на сайте. Наверное, то, что я сейчас скажу, это не самый важный показатель. Но тем не менее, на данный момент семантическое ядро исчисляется десятками тысяч ключевых слов, выведенными в топ-10. Только за последние несколько месяцев было написано SEO-текстов на 300 тысяч символов. Только вдумайтесь в эту цифру. А о важности микроразметки, турбо и МП страниц даже повторять не буду. По-моему, в 2020 году это уже и ежу понятно. Шестое. Настройка рекламы. Как бы печально это ни звучало, но обычный контекст для интернет-магазинов уже давно стал дорогим и далеко не самым выгодным. Поэтому мы подключились к Яндекс.Маркету, Google покупкам, Регмаркету и настроили динамическую рекламу. Суммарно цена клика у нас колеблется от 2 до 8 рублей, а цена заявки в среднем 150 рублей. Выгоднее ли это, чем стандартный контекст по 30 рублей за клик? Ответ очевиден. Притом совершенно не важно, продаете вы баночки за 2000 рублей или диваны за 500 000. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, я был полезен и вы узнали что-то новое. В любом случае, всегда помните, что на свете есть хотя бы один человек, готовый помочь вашему бизнесу.